Хипикайо, товарищи, с вами черный археолог Инди и театр одного актера. Было больше актеров, но как видите, они все отдыхают. Поэтому театр одного актера. Что ж, нам время двигаться вверх. Я вижу, вот дорожка куда-то. Поползли? Или полезли? Что будем делать? Ползти или лезть? Напишите в комментариях. Так, а что у нас написано здесь? Не, эти иероглифы я не знаю. Поэтому вы... Но мы продолжаем изучать китайский. Это не сработает. С Индианой Джонсом. Так, а зачем мне это? Ага, понятно. Но если я не прав, не поминайте лихом, да? Ух! Опа, о, как классно, мне понравилось. Не-не-не-не-не, пока рано. Я хочу посмотреть, что у нас здесь. Здесь же что-то есть. Да? Опаньки. Это, наверное, секрет... Не, я же здесь был. Понятно. Это проход за сцену с другой стороны. А-а-а! Зачем я это сделал? Я был уже фактически у выхода, но решил снова зайти. А сюда можно? Это не сработает. Нет. Да, неработающие двери в Китае, блин, никогда не думал, что в Китае будут проблемы с неработающими дверями. Вот чего-чего я не ожидал от Китая, так это неработающих дверей. Давай сюда. Ну, вылазь. Индиана, вылазь. Ты серьезно? Ну! Да что ж с тобой такое, Индиана Джонс? Ты чё, каши не доел? Хотел красивого прыжка, видите, не дает. Все хваленая безопасность этих китайских чайных театров. Кстати, вот интересно, по-китайски-то... Ой, по-английски Китай называется China, типа от чая, но... Чай сам по-английски называется не так, а называется ти. Почему так? Было бы логично, вот у нас чай называется чаем, как и в Китае, собственно, там ча, да? Вот и было бы логично, чтобы чай мы называем, да, чаем, и, соответственно, Китай чайным. Ну, это было бы логично для нас. Почему и англичане это называют Китай чайной, но при этом сам чай называют ти? Вот это для меня загадка. Все, давайте проходим. Я думаю, я разгадаю эту загадку. Если что, кому-то представлю к виску пистолет и скажу, что... Таки был... Ой-о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 й. Так, давай-ка... в спину солью, да? Бросаешь, наконец-то я попал ножиком хоть в кого-то. Только что-то он бесполезный. Такой ножик. Давай. Агент ЦРУ, тебе не нужен дробовик. Это должно сравнять шансы. О, это двустволка даже, ничего себе. Это хорошо. Мне нравится двустволка, но на самом деле лучше сейчас достать маузер. Почему? Потому что у меня патроны к нему полным-полно. Где там? Так, еще один офицер. А, в спину стрелять! Нельзя так! Огонь! Перезаряжаюсь. Прикройте. Да твою ж мать, выронил маузер. Я маузер из-за тебя выронил. А его ронять нельзя, это же пистолет-то. Типа должен быть хороший, но на самом деле нет, он плохой. Никогда не играйте с маузером. Лучше играйте с ТТ. Это лучше. Так. Что у нас дальше? Водички. Водички, точно. Давно не пили воды. Ах, хорошо. Вода в каждом кране. Без бактерий. Опаньки. Ну, за попку я схватил. Молодец. Я бы тоже схватил. Но так как это плохиш, она скажет, ай-яй-яй, как больно. Но если за попку возьму я, да, то он скажет, ой-ой-ой, как хорошо. Так. Вот зачем мне, собственно, патрон?
Нет, ну что это такое? Ну и когда тебя убью? Самые тупые перестрелки, только с черным гробокопателем. Ну что, может из дробовика? Для затравочки. Вот у нас... Ах ты гад! Опа! Как тебе из дробовика? Надеюсь, понравилось. Ну а теперь добью Маузера. Ты глянь, он еще не хотел ложиться. Да-да-да. Вот это мощь. Это не сработает. Звездные комнаты. А вот это сработало. Удивительно. Я думал, тоже не сработает. А оказывается, взяло и сработало. Что у нас здесь? Golden Lotus Opera House. Ага. Оперный дом Золотого Лотоса. Я думаю, это чайный. Чайно вообще. Так, что тут у нас написано? Ну, это понятно, это понятно. Все мне хорошо ясно. Кстати, что это тут такое? Стулья. Уничтожаем вот эти шкафы. Стулья, шкафы ваши враги. А что, это шкаф нельзя уничтожить? Да ладно. У Китая такая мощная мебельная промышленность, что стулья не уничтожаются. И столы не уничтожаются. Славы и деньги. Я к вам иду. Ага. Иду, иду и никак не приду. А вот этот такому точно уничтожался. Кстати, классно сделаны вот эти спецэффекты зеркала. То есть на самом деле там еще одна комната. Сделано точно так же. И одинаковый чувачок выполняет все те же команды и действия. В отзеркаленном варианте. Вот так оно и сделано. Это не сработает. Перезарядить. Нет, не сработает. О, у него там розочка есть, да? А вы знали, что розочку можно съесть? Это даже вкусно. Так, ну а этот стол можно уничтожить? Нет, он бессмертный. Столы здесь бессмертны. Что у нас написано на двери? Authorized personnel only. Только авторизированному персоналу. Так это наоборот сделано. То есть оно как, на изнанку, что ли, получается? Оно все это вообще должно быть на китайском. А что оно на английском? Что, все, дальше пошли? Так быстро? Не ожидал. Так. А, кажется, у них проблемы с крышей. О, да, погоня на рикше. Так кто же ты, черт тебя побери? Меня зовут Фухан. Я здесь с тобой встретиться с Мэй Инь. Ну, вы только что с ней разминулись. Сейчас обедаю. Пожалуйста, садитесь. Надо что спустить. Это за херня? У вас разве нет машины? Нет, это Россия. О, вот я хочу на Иш-планете спорт. Нет, дайте мне Иш-планету спорт. Зачем мне? Не думаю, что это работает. Посмотрите по телевизору. Нормально вообще? Это должно сравнить шанс. Нет, я хочу еще планету спорт. Ну блин, это классный уровень, да? Мне нравится. Только не доработ... Нет, ты ж планета спорт. Я всегда мечтал о нем. Эта штука быстрее не может? А можно слезть? Еще один! Это самая худшая игра, ребята, все. Мы расстреливаем из планеты спорт вместо того, чтобы на них самих ездить. Не, ну что это за хрень какая-то? Мотоциклистов, за что мы стреляем мотоциклистов? Они же, они едут всего лишь колхоз имени Мяо Цзэдуна. Колхоз имени Мяо Цзэдуна. Блин, самая дебильная перестрелка. Я пытался убить голубей, но что-то их не получилось. Это было бы клево. Ухан, ты что, пытаешься от них удрать? Что за Ухан? У него с ушами какие-то вопросы? Не, серьезно, вообще жесть. Это какой-то российский эпизод. Так, курицы, курицы, убиваем куриц. Самое главное, куриц. Перестрелять. Они за всем стоят. Мне об этом сообщили, что курицы за этим стоят. Да что ж вы такие все? Где еще курицы?
Где курица? Признавайтесь. Есть. Да когда же вы все ляжете? Курицы, курицы! А-а-а! Я не успел их всех убить. Я знаю, что во всем виноваты петухи. Да сколько же их петух, а? Нет, мафия это такое, мафия это все второстепенно. Вон, видите, за ними курицы. Перестрелка, конечно, забавная. Тупая до беспредела просто. Но я все равно я ненавижу эту игру, потому что мы столько из планет спорт уничтожили. Это, весь колхоз был бы обеспечен транспортом. И какой колхоз? Колхоз Светлый Путь Мяо Цзэдуна. Или артель Святый Путь Дедушки Хо-Хо. А Хо-Хо не Хо-Хо, сказал Дедушка Хо. Если вы поймете, какой Дедушка Хо, я передам вам привет. Назовите его полностью. Имя, отчество. Какой такой звездный курицы! Проклятые птицы. А какого дедушку Хо-Хо я говорю? А по поводу новых эпизодов, то что вы говорили, да? Отгадал айсберг. Как назывался Константинополь иначе? Он назывался же, конечно же, Царьград. И, конечно, мини-метр будет на следующей неделе. Да. На выходных. Поэтому все я помню. И пока все. Мы направимся вниз по этой аллее и настигнем их возле доков. Да что ты говоришь? Молодец. Блин, более российского эпизода я еще не видел. Подводная лодка. Быстрее. Я думал, в полете перескочите, как в голливудских фильмах. Скорее всего, к крепости Кая на острове Пенглай. Нам придется пошевеливаться. Где твоя лодка? В следующем доке. Запрыгивай. Думаю, я лучше пройдусь. Серьезно? Нет, ну это... Тайваня не обошли стороной. Я теперь как понимаю, где тут Тайвань. Желтое море. Вот оно, где желтое море. И мы в Пенглай отправились. Это на полуострове недалеко от Пекина. Оба, Будда. Сам дедушка Будда. Древний замок на самом высоком пике острова Пенглай. Полагаю, лифта у них нет. Это не остров, а полуостров. Есть система гондол, которая идет через весь комплекс. Это не может быть система простым. Система гондон? Нет, станция по найму гондон находится такая? В самом центре нацистской базы подводных лодок. Имеет смысл. Что Знаете, делает база нацистских лодок? Вы со мной не идете? Китайском Какой этом? Толк в том, что вы нашли Мэйин, если с острова все равно не удерешь? Правильно. Хотя это может быть марионеточное государство Гуанчжоу, тогда, ну, японцы, но все равно японцы бы не строили там, скорее всего, базу подводных лодок. Так, по Дюку Нюкему вот люблю я взрывать вот эти расщелины. Водолазов куча. И нормально, подводная лодка Инди. О, мачете, то, что нужно, да, чтобы мочить под водой водолаза. Ну? Я могу завалить его? Нет, я не могу завалить. Это тупо. Так. Значит, надо что-то нам достать. И что у нас из оружия есть? Все, что я подобрал? Да серьезно, а где мой весь прошлый арсенал? Нет, спрашивается, зачем собирать весь арсенал? Все равно вот так вот плохо. Ну что, водолазы,
Давайте сюда. Один на один, давай. Я тебя застрелю из того, что есть. Ау! Я тебя не вижу, где ты. Есть, минус один нацист. Собрал, перезарядился и поплыл дальше. Нормально вообще? А, ну, у нацистов есть такая привычка. Если что, подводную лодку раз. А-а-а, дельфинчик, он играет со мной. Дельфинчик не играет со мной. Где ты? Где ты, дельфинчик? Понял. Все? Еще живой дельфинчик? А теперь все еще живой. Ты смотри, какие эти дельфинчики, однако, живучие. А хотел мясо дельфина испробовать. Придется кушать мясо фрица. Да елки-палки, я же всплыл. Что, можно попить водички, прямо не выходя из водички? Надеюсь, да. Нет, нельзя. К сожалению, нельзя. Хорошо. Еще для стрельбы. Ух ты, что это за биошок такой красивый. Люстру, конечно, они повесили подводную, зашибись. И я бы тоже такую хотел. Не, честно. Если есть такая люстра, вы можете мне отправить ее по почте. Я скажу спасибо. Обаньки. Так, здесь нельзя, да, подняться? Нельзя. Ну что, поплыли дельфинчиков еще встречать? Они где-то здесь плавают. Ага. Да твою ж мать. Опа! Дельфинчик идет к нам. Мне кажется, меня съели. Немножко. Они просто поигрались. Не обращайте внимания, дельфинчики, они игривые. Ладно, я понял. Сюда, теперь наверх. Кстати, а сколько нужно, интересно, стрел, чтобы завалить дельфинчика? Кто знает. Так. Это уже очень хорошо. Вот это оружие еще лучше. Ну все. Давай прицел светящегося фрица. Блин, здесь на самом деле так неудобно смотреть. Подожди, мы в тебя попали или нет? Ай, дельфин, ну не играй со мной. Тебе Индиана Джонс не игрушка, это подводная лодка. Самая опасная в мире. Перезарядили. Давай заберем. Ну, подобрал или нет? Где там дельфинчики плавают? Ну сколько тебе еще нужно попасть? А, еще один дельфинчик сзади подкрался. Вот же сволочь. Где? А где они? Я потерял из виду. Твою ж мать. А, я утону сейчас. Нет, только не это. Буль. Чё так мало кислорода? Индиана Джонс, что ты жабры себе бы отрастил, блин? Ну все бы было бы понятно. Ну жабры. Без жабр, ну как же? Не подойдет. Все. Да. Конечно, прошлая погоня против Иш Планеты Спорт — это самая тупейшая из погонь, которую я только видел. Сюда. Погнали по новому.
Все. Что у нас здесь? Так. Ну, вот дельфинчик. Ах ты тварь! Сдохни! Когда ж ты сдохнешь? О, все. Сбоку еще один подплыл. Ой, миленький. А, хороший. Хороший. А вообще-то нормально я, чувак, если я убиваю дельфинчиков? Их же нельзя убивать. Они же милые, просто подплывают поиграться. А я в них из гарпуна. Ну, как-то не по-человечески, да? Инди, чё мы так не по-человечески с дельфинчиками-то поступаем? Стоило бы по-человечески поступить. Накормить его. Так, а где водолаз? Вот он! А чё ты туда уплыл? Стоп, я в тебя первый выстрелю. Ну ладно, второй, хорошо. Есть. Так, теперь надо найти дельфинчика. Вот он. Так. Он где-то тут плывет. На! Твою ж мать! Ты жив? Ты жив? Нет, где тебе дельфинчик? Нет! Уводящий маневр! Давайте, отстреливаем ложные мишени! Ой, вперед, вперед! Он за мной не гонится? Все. Отстреляли ложные мишени. Самонаведение головку отключили. А, он движется за нами. Торпеда за нами. Не-не-не-не-не. Только дельфинчик, не играйся с нами. О, тут еще взрывчатка. Можно еще одну взять? А что это за монетка у нас тут показана? Показана монетка, но я не знаю, что с ней делать. А, да, там же где-то... Нет! Поигрался и хватит, отпусти. Отпусти, дядя. Где-то здесь должна взрывчатка. Ну, ее нужно расположить где-то здесь. Закончились все снаряды, вы представляете? Буль? Снова все снаряды закончились. Зачем мне, собственно, вот эта штука сейчас? Все равно я ничего не смогу. Жалко, нельзя на дельфинчика поставить. О, давай, ставь. Вот, и пошли отсюда, отлично. Получи, фашист, взрывчатку. Как там, можно выбраться сюда? Я бы хотел бы выбраться. Давай. А что это и зачем? О, дельфинчик, нет! Нет! Оба, ты сюда не заплывешь, я надеюсь, да? Не, не заплыл, видишь? Хороший дельфинчик. Правильный. Сейчас мы возьмем, прицелимся, подожди. Есть, готов. Отлично. Так. Это прямо взрывчатка какая-то, или что это? Очень интересная штука. Я смотрю, можно здесь. А можно эту штуку взорвать? Я бы хотел бы эту взорвать. Смотрите, какая классная люстра все-таки. Что у нас здесь? А что она затонула? Неудачно так. А где все, что должно быть внутри? Че, я не могу ничего подобрать здесь? Ничего, что я с полным ртом воды разговариваю с вами. Я думаю, ничего. Все нормально. Как же трясет на самом-то деле. Не пойми, почему так. Так, я хочу сейчас воды попить просто. По-моему, мог бы здесь нахлебаться, но эта вода почему-то мне не помогает. Потому что это же не освященная вода, скорее всего. Не святой источник. Вот. А вот это то, что нужно, да. Такой знакомый звук на самом деле. Сейчас.
Блин, этот же звук был в этом, в Hungry Shark'ах. Точно. Интересно. То есть они использовали часть звуков из Индианы Джонс. Интересно. Это игрушка Hungry Shark для андроидов. Рыбка. А охотиться можно за рыбкой? Я хочу съесть. Не. Забей на этот косяк. Индиана Джонс. Еще один нацист. Понятно. Просто плывем мимо. Нам нечего. Нормально они себе здесь в люстры поставили. Вообще хорошо. Никаких вопросов. Так, еще дельфинчики. Побыстрее как бы выбраться. О, он хочет со мной поиграть. Ну ладно, поиграй, хорошо. Все, отпустим. Я немного боки болят. Совсем чуть-чуть. О. Стоп, птичку подобрал. Дерево. Зачем мне дерево? Так, ну я понял. Это нужно выбираться. Необрубленные лианы, они для этого и созданы, чтобы Индиана Джонс по ними забирался. Туда, где может еще что-то украсть. Так, ну, я понял, мне сюда. Опа! Тянулись. Хорошо, идем. Опа! Опа! Оп! А теперь по жопке! А по жопке вас! Ладно. По жопке будет долго, вы хоть и плохие, но лучше вас завалить. Давай сюда оружие, с которого я вас и буду валить. А, зажали в углу. Ироды. Хорошо, ну если я зажал в руку, то это нормально. Пистолет. Это все было честно. Он был фашистом, он был фрицем. Так, а мне нужна теперь вода. Ну давай не вода, давай аптечку наконец-то. Съем. Оба! Подтянулись. Я, кстати, сейчас между эпизодами подтягиваюсь. Так, туда на этом дереве, наверное, никуда нельзя залететь. Залезть. Отлично. Все. Двигаемся дальше. Взрывчатка. Вот если бы подобрал под водой взрывчатку, было бы проще. Но здесь так не разрешают брать лишнюю взрывчатку. О, как красиво! Хендехоф. Шнели убиты. Чисен Файфай! Это самая унылая перспектива, которую только можно представить. Не, я серьезно. Гитлер капут! Не, ну что это такое? Это же, ну... Блин, ну... А говорят, фрицы умные, воюют не количество, количество они воюют. Они ж тупые. Смотрите, что с ними происходит. Давай, пока ждем кого-то еще из фрицев. Можно пострелять по их командиру. Наверное, это было нехорошо, но... Что поделать? Ну что? Гитлер капут, да? Кстати, не видно, похож ли он на Гитлера. Не похож, жаль. Было бы круто убить мужика, похожего на Гитлера. И тоже нацист. Гиммлер там еще был, да? Гавнлер, вы помните этих людей. И все они любили хер. Они были херовые. Ну ладно, некуда дальше идти, кроме как вперед. Где мой пистолет?
Три патрона, блин, да это же мало. Любой коп американский, он скажет, что три патрона это вообще ни о чем. Нужно стрелять побольше. На этой скале есть какой-то вход. Попадать поменьше. Мне придется туда подняться. Какой-то вход. А выход ты не подумал, где будет там? Это было бы важно. Опаньки. Опаньки, смотрите. Целенький фриц. Застрелим его в спину. Потому что это честно. Два патрона, да серьезно. Он с одним патроном ходил, то есть просто если что, застрелиться, я понял. Вот какой его был секретный план. Секретный план Гитлера. Так, а тут что у нас? Еще одна аптечка. Стул! Злейший враг столов. Видели, да, твердый стул был. Что, вверх? Нормально. Все клево. Возьму-ка я мачете. Твоя удача! Моя удача, да? Не стреляй! У тебя снова один патрон тоже, да, хочешь застрелиться, наверное. Че ты на меня его целился? Ау! Ты же должен в себя его пустить, у вас по одному патрону для этого случая специально дали. Вот сколько у него патронов было, давайте. Два, а, у него три патрона было. Я так понял, немцам не выдают патронов. Экономят. Все на Восточный фронт ушло. Ну ладно, поехали. Че, а это красиво, мне нравится. Вот эти поездочки весьма интересны. Стоять! Не надо, я лучше лягу. Фриц, пух, пух! Нихчи, сын битте. О, четыре патрона, ничего себе. Что, шнель? Ты не сказал, а что шнель? Вот я и стрелял шнель. Стрелял я шнель, действительно. Снова стул твердый. Уничтожим им стол. Нет, этот ящик не открывается. Что у нас? Ничего. Нихц. Хир гибт эс нихц. Тут у нас ничего нету. Варум дорт эс эс нихц. Почему там ничего нету? Варум дубис тот. Почему вы умерли? Лебен зибитте, живите, пожалуйста, кай либен. И любите. Так. Что-то начали делать непонятное. Так, и куда это? Ага. Так, у нас есть рычаг, который опускается вверх и вниз. Понятно. Зинт Тотен. Они все мертвы. Дубист капут. Вам всем железный капут. Кстати, кто смотрел железный капут? Все эпизоды смотрели. Я даже этого самого последний эпизод смотрел. Как его? Борт 747, который падал все время. Как он назывался? Не помню уже. Ага. Какой-то рычаг, куда-то это надо поднять. Понятно. Но это мы все увидим уже в следующем эпизоде, товарищи. Та-та-ра-та. Та-та-ра. Та-та-ра-та. Та-та-ра-та-та, да? Ага, понятно, как выбираться. Все. Никаких вопросов больше нет. Все. Бисбальд, чус.